Музыкальный центр в формате современного бумбокса. В этом видео поговорим о музыкальном центре Hyundai HMAC-160. В комплекте к нему прилагается только документация и гарантийный талон. Силовой кабель несменный, а дополнительных аксессуаров не предусмотрено. Корпус музыкального центра выполнен из МДФ-панелей и глянцевого пластика. Он марки, но в то же время достаточно крепкий. К тому же корпус из МДФ хорошо сказывается на музыкальных качествах устройства. Лучше, чем если бы он был полностью из пластика. Музыкальный центр, несмотря на достаточно компактные размеры, оборудован массой полезных функций и портов. Здесь нашлось место и регулятором частот, и переключателю режимов, и функции караоке, а вместе с ней порту под микрофон, а также под наушники и другие устройства, совместимые с AUX. Порт USB предназначен для подключения флешек или жестких дисков. Также есть поддержка карточек памяти. Помимо всего прочего, центр оснащен яркой динамичной подсветкой, что вместе с 80-ваттной звуковой мощностью от двух 5-дюймовых динамиков позволит превратить окружающее пространство в настоящую вечеринку с цветомузыкой. А удобные ручки упростят транспортировку музыкального центра, если вы решите отвезти его на дачу или взять в гости к друзьям. Таким образом, перед нами интересный на вид, достаточно качественный и громкий музыкальный центр с массой полезных функций и портов, который можно использовать как для прослушивания музыки, так и для использования песен в режиме караоке.